Отрицаете РПЦ, почему не принимаете людей, которые крещены, в принципе, ничего против патриарха Кирилла РПЦ не имеют, а посещают только РПЦ, такие семьи вы не принимаете в Слободу, есть ли на территории вашей Слободы церковь, куда можно ходить молиться, есть ли батюшка. Мы не принимаем еретиков, для того, опять же, чтобы с ними не спорить. Там, кто хочет поспорить, пусть приезжает к нам в Москву, задает какие-то вопросы, там, мы ответим, если есть желание поспорить, в общем, пожалуйста, но таскать их в то место, где мы живем, нет никакой необходимости. А что касается церкви, я сказал, что церкви у нас нет, где не знаем. Что касается ни батюшек, ни раввинов, ни муфтиев, ни ксензов у нас нет. Где я верую, что церковь где-то есть, и где-то есть настоящий священник и настоящий епископ. В этом мое убеждение отличается от убеждений беспоповцев, которые считают, что церкви уже нет. Но где этот настоящий епископ и настоящий священник, мне неведомо. Я точно знаю, где их нет. Их нет в еретических конфессиях. Где бы они ни были, если они рукоположены еретиками, они еретики. То есть это ряженые шарлатаны, у которых таинства не совершаются. Это включая, конечно, РПЦ прежде всего.